Дороги по ГОСТу. Прокуратура Новоузенского района Саратовской области подала иск в суд на Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Основное требование – устранить многочисленные ямы и выбоины новоузенских дорог. Прокурорская проверка установила, что по опасным трассам передвигаются школьные автобусы, подвергая риску жизнь и здоровье детей. Глава районной прокуратуры Алексей Васяев через суд намерен заставить Министерство транспорта и дорожного хозяйства привести в соответствие с ГОСТом более 200 километров дорожного полотна.